специально для покупателей навигатора Globus GL700 и GPRS специалисты нашего сервис-центра создали уникальную сборку дополнительных приложений на основе айфоноподобного меню программиста Tronica. В сборку программ магазина globox.gps.ru вошли самые полезные и нужные инструменты, которые существенно расширяют стандартный функционал навигатора. При этом сборка абсолютно бесплатна, и воспользоваться ею могут все наши клиенты. Если вам надоели одинаковые предложения остальных магазинов, вы попали в нужное место. Теперь давайте подробнее узнаем о тех преимуществах, которые вы получите, купив Globus GL700 и GPRS в магазине globox.gps.ru. Внимание на экран. Как видите, управлять дополнительным меню очень удобно. Простым движением пальца или стилуса по экрану. Кнопки специально сделаны яркими и контрастными для того, чтобы их было комфортно нажимать даже в движении. Проведя стилусом снизу вверх, вы автоматически попадете в интерфейс Windows. Такая возможность будет полезна для продвинутых пользователей. Ну а вот такое движение справа налево превратит ваш Globus GL700 и GPRS в настоящую электронную книгу. Вы сможете читать тексты даже в вертикальном режиме, что невозможно делать без установленных нами программ. Ну а так как данный навигатор может похвастаться по-настоящему огромным экраном, вы вполне сможете сэкономить на покупке настоящей электронной книги, по меньшей мере 10 тысяч рублей. Отключается наша сборка также элементарно, просто проведите по экрану слева направо. Но все это, что называется, цветочки. Согласитесь, что главной задачей, ради которой вы приобретаете GL700, является возможность позабыть, наконец, о проблеме под названием пробки. И вот тут наша сборка будет вам просто незаменима. Дело в том, что у всех остальных магазинов в комплекте идет только одна программа навигации, в то время как у нас сразу 4 лицензионных навигационных приложения. Navitel, Автоспутник, CityGuide и ProGorod. Три первых программы не ограничены по времени использования, поставляются с лицензионными ключами, так что вы сможете обновлять их с официального сайта. Зачем вам 4 программы вместо одной? Дело в том, что данные приложения имеют совершенно разные карты, разную логику расчета маршрута, а также, что более важно, берут информацию о пробках из разных источников. Так что, только имея сразу 4 программы, вы можете быть уверены, что где бы вы ни были, в любой ситуации GL700 окажется для вас надежным помощником. Рассмотрим программы подробнее. Первое приложение, Navitel, имеет наибольшее покрытие регионов России, а также огромное количество датчиков информации о пробках столицы – около 80 тысяч. Это приложение предупредит вас о постах ДПС, лежачих полицейских, покажет светофоры и 3D-модели сложных развязок. Программа «Автоспутник» отличается тем, что получает информацию о пробках от компании «Яндекс», а также имеет простое управление и возможность обновлять точки интереса и другие важные элементы в автоматическом режиме. Большое количество опытных автолюбителей не без основания считает «Автоспутник» лучшей программой для езды по московским дорогам. Программа CityGuide появилась позже Navitel и Автоспутника, однако уже завоевала немалую популярность, в первую очередь благодаря фирменному сервису Пробки.нет, а также не имеющим себе равных картам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наконец, ProGorod отличают такие новаторские возможности, как 3D-проекции зданий с реальной высотностью, а также указание полосы движения на многополосных дорогах, что в больших городах зачастую необходимо. Помните, только в магазине globox.gps.ru вы получите 4 лицензионных навигационных программы вместо одной, совершенно бесплатно. Думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что многие наши клиенты выбирают Globus GL700 и GPRS не только ради функций навигатора, но и за такие мультимедийные возможности, как, например, просмотр видео на огромном 7-дюймовом экране. Именно для таких покупателей мы установили в нашу сборку программ улучшенный видеоплеер, который способен распознавать гораздо большее количество форматов видео, имеет множество настроек и на порядок удобнее штатного приложения.
Также все, кто купят Globus GL700 и GPRS в магазине globox.gps.ru, получат в комплекте с навигатором прекрасный многофункциональный конвертер видео, а также подробную видеоинструкцию о том, как правильно конвертировать фильмы для этого устройства. Теперь давайте рассмотрим дополнительные программы, которые вошли в сборку магазина globox.gps.ru. Во-первых, это многофункциональное приложение прогноза погоды, благодаря которому вы узнаете не только о температуре, но и о силе ветра, осадках, давлении и даже влажности на неделю вперед. Автором данной программы является программист Roxer, с которым любой желающий может пообщаться на сайте портала fopda.ru. Программу-рисовалку вы сможете использовать для того, чтобы записать важную информацию, когда под рукой нет ни блокнота, ни ручки. Например, наш телефон 744-75-32. Многофункциональное приложение-переводчик позволит вам узнать значение любого иностранного слова практически мгновенно, тем более что вместе с ним вы получите словари большинства европейских языков. Ну и особый интерес, разумеется, вызовет интернет-браузер Opera, который в разы быстрее и удобнее штатного интернет-эксплорера. Если вы собираетесь использовать GL700 для выхода во всемирную паутину, без этой программы вам уж точно не обойтись. В сборку программ globox.gps.ru также входят такие приложения, как Word, Excel, программа курса валют, а также набор увлекательных игр, благодаря которым вы больше не будете скучать, пока ждете кого-то в машине. Помните, что только в магазине globox.gps.ru вы получите все те бонусы, о которых узнали из этого видео. Советую вам не тянуть с решением, потому что уже завтра данное предложение может перестать действовать, так что именно сегодня лучшее время для того, чтобы позвонить нам по телефону 744-75-32. Мы ждем!